Есть же, наконец. Тай. Вставай немедленно. Сколько можно? Доставь ты ее, иди сюда, слышишь? Я опаздываю, налей мне чашку чая. Иду. Сам не может налить. Она приросла к постели. У меня больше нет сил поднимать ее каждое утро. Так, яйцо опять крутое. Ты погладила меня хотя бы воротничок в рубашке? Я не успеваю. Тысяча забот. Ну, а дочь? Ничего. Вы оба хороши. Почему она до сих пор не идет устраиваться на работу? Я же договорился, с кем надо. Сказали, через неделю. А может, она туда и не хочет уже идти? Откуда я знаю, что она вообще хочет? Разве ее можно понять? Можно подумать, что ты старалась когда-нибудь ее понять. Что? Я не старалась. Да я всю жизнь отдала ей. Я ее кормила, одевала, растила. Ну, пойми, этого мало для настоящего баскетбола. А кто тебе мешал сделать больше? Если уж ты такой всепонимающий, такой тонкий отец. Ты мне мешала. Что ты несешь? Тихо. Тихо, успокойся. Приветик. Выслушай меня. Не хочу. Когда я говорил ей нет, у тебя всегда была готовенькая, да? Ты всегда все делала наоборот, даже если это вредило и ей, твоему здоровью. Оставь мое здоровье в покое. Я лично ни на что не жалуюсь. Пожалуйста, не волнуйся. Только возьми себе что-нибудь. Вот вкусненькое. Да я сыта по горло. Грубиянка. Бездушная, мои предки. Грубиянка. Да, 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 я совершил. Делают разрядку. Да. Угу. Ой. Да не зарядку, разрядку. Как всегда, обо мне, о себе тоже. А с кем она так разговаривает каждый день? Да с этим, со своим желтоглазым дармоедом. Зачем? Нет. Постучи по спине. А что, у него желтые глаза? Я никогда не видел у человека желтый глаз. Так это же не люди. Да. Это паразиты. Совершенно уверен, что этим дармоедом твои глаза кажутся... Цвета моего. Звонка жду, а телефон все занят. Надо поговорить с ней, так нельзя. Давно пора.
На работу опаздывает, черт возьми. Вот у тебя одна работа в голове. Между прочим, я работаю на вас обеих. Ты знаешь, как увильнуть. Твоя мечта — это покой. Прекрати, не знаю. Прекрати. Бездумная жизнь моей дочери не может как мне дать хочешь. Покой. Она не дает мне покоя. Мне все равно. Послушай. Угу. Ты сотни раз обещал поговорить с ней. Так поговори же. Что ты хочешь, чтобы я пошел и поговорил? Пошел. Да. Ты ищи. Не занимай так долго телефон. Не должны позвонить. Смотрю. Ты слышала, что я тебе сказал? Ты же видишь, я разговариваю. Заканчивай. Да нет, ничего. Нет, видимо, мне не дождаться. Я ухожу, мне пора. Вот, так всегда. Чуть что, ты сразу уходишь. А мне вот сиди и ломай голову. А не надо. Не надо ломать голову. Надо уметь заглянуть человеку в душу. Ну, почему бы человек нет? Человек должен быть в ладах с самим собой, с людьми, с жизнью, с... Ты понимаешь? Да, да, да. Надо понять ее. Ты говоришь, она как больная. Это не болезнь, это скорее разрыв каких-то связей с жизнью, с природой, с... ну, с чем еще, не знаю. Человеку можно помочь только... Опять одни слова, только слова. Ну какая от них польза от этих слов? Ты делом помоги, делом. Нет, это невозможно, это невозможно. Как мне все это надоело. Проснись же, наконец. Сколько можно? Пойди погуляй с ребенком. Я пока поиграю, хорошо? Все, лежу и лежу. Мам, а почему на горе снег? Ведь она такая высокая и ближе к солнцу. Пум-пум-пум-пум-пум-пум.
Ну что это ты еле ползешь? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну вот так-то лучше. Пусон полпредный. Рвется. Пойдет кратко к нам. Мам. Мам! А далеко до горы? Не знаю. Мам, это близко. Я знаю, это очень близко. Мы поедем туда. Я возьму с собой Мишку. Мы поедем туда. Мы поедем туда. Я на солнышке лежу. Я на солнышко лежу. Давай, 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 давай. Мам, я посмотрю, что там ребята делают, а ты поторопись. Ой, ой, мама, мамочка, иди сюда скорей. Посмотри, журавли летят. Ой, как красиво. Как их много. Ну, мам, иди сюда скорей. Как они красиво летят. Посмотри. Здорово. Ну, мам, чего ж ты не идешь? Иди. Ты посмотри, как красиво. Здорово. Ну, мам. Поедем, сыночек. Обязательно поедем.